Как изменились Магнитка и металлургический комбинат за последние 15 лет? Историю развития города и предприятия от 70-летнего к 85-летнему юбилею МК в своей книге изложил Анатолий Кириллов. Доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета презентовал свое новое издание в библиотеке Крашенинникова. Сборник статей автор озаглавил «Стальное сердце Родины. 21 век». Каждые 2 месяца выходил материал. А что же нового произошло на комбинате? Порой вообще-то это было трудно, 2 месяца всего. Но мы искали, а вот в каком-то цехе новая машина появилась для литья. Где-то вот еще что-то сделали. А вот смотрите, как работают с ветеранами. И вот эти 15 лет, вот они здесь. Буквально месяц за месяцем. Что пребывало на комбинате? Что пребывало в нашем городе? О Магнитогорске и металлургическом комбинате Анатолий Дмитриевич знает не понаслышке. Он уроженец Магнитки, свою трудовую деятельность начинал на ММК. На творческую встречу с автором пришли нынешние сотрудники предприятия, а также студенты и преподаватели магнитогорских колледжей и университета. Были представители городского профсоюза работников образования. Анатолий Кириллов очень хотел бы, чтобы книга попала в руки молодежи, поэтому издание сделал электронным. Записал около 200 копий дисков, которые будут переданы в школьные библиотеки.